Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в городе Санкт-Петербург, в Ботаническом саду Петра Великого. И вот уже пятый год мы в начале марта показываем вам все великолепие весенних цветов. В этом году мы тоже постарались, и в течение нашей выставки «Мечты о весне» мы выставляем порядка 5000 тюльпанов. Дело в том, что тюльпаны – это очень любимый цветок многих наших цветоводов. Для того, чтобы правильно выбрать, какие вам тюльпаны посадить в вашем саду, нужно знать классификацию тюльпанов. Тюльпанов достаточно большое количество, и их можно разделить на 3 большие группы и на 15 классов. Цветение в самом начале весны начинают тюльпаны класса простые ранние. Это очень веселые, жизнерадостные тюльпаны. В основном цвет у них оранжевый, красный, желтый. Они небольшого размера, максимально доходят до 45 сантиметров, но при этом у них достаточно крупный бокал цветка. Поэтому они будут вас радовать в саду и цвести достаточно долгое время. В это же время в садах цветет другая группа тюльпанов, махровые ранние. Она отличается от первой группы тем, что у нее бокал имеет несколько рядов лепестков, и поэтому они становятся такими более пышными. Но по расцветке они также в основном находятся в оранжево-красной гамме. И цветут, наверное, немножечко дольше, чем простые ранние. На смену вот этим вот простым ранним и махровым ранним тюльпанам у нас приходит очень многочисленная группа тюльпаны группы «Триумф». В настоящее время практически 25% всех тюльпанов относятся к этой группе. Чем она интересна? Дело в том, что селекция проводилась в сторону увеличения высоты тюльпана, поэтому это очень хорошие срезочные цветы, и они у вас в вазе будут стоять достаточно долгое время. Кроме того, я хочу сказать, что если вы посадите у себя тюльпаны этой группы, вы даже можете их несколько лет не выкапывать. Они достаточно долгое время могут обходиться без выкапки. На смену тюльпанам «Триумф» приходят тюльпаны среднего срока цветения. Это так называемая большая тоже достаточно группа дарвиновые гибриды. Достаточно яркие цветы. У них, у некоторых сортов бывают полоски желтого, красного цвета. И они очень эффектные, тоже могут выращиваться в качестве каких-то ярких пятен в саду. И также они достаточно хорошо стоят в срезе. И завершает цветение тюльпанов самые, наверное, может быть, изысканные, самые высокие тюльпаны, которые называются простые поздние. Это очень высокие тюльпаны, они могут достигать где-то 70, даже иногда 80 сантиметров. У них простой цветок, но при этом он очень большой, он может достигать порядка, ну, наверное, даже 12 сантиметров. Цветут такие цветы очень долго, и вы знаете, они даже могут, их цветение может продолжаться даже уже в то время, когда начинают цвести другие цветы, те же пионы. Кроме того, еще бывают махровые тюльпаны, которые даже, знаете, при первом приближении, может быть, не сколько похожи на тюльпаны, сколько на пионы. Так называемые махровые поздние. Они тоже достаточно долго в саду у нас цветут. Получаются очень пышные, красивые цветы. На нашей выставке мы не могли представить все группы пионов, потому что это все-таки цветы, которые подверглись определенным воздействиям, так называемой выгонки. Потому что еще, как вы понимаете, не совсем то время, чтобы в наших садах цвели цветы. Поэтому у нас достаточно большое количество представлено первой и второй групп, то есть это простые ранние и махровые ранние. Большое количество тюльпанов «Триумф».
Достаточно интересная группа тюльпанов, которые тоже относятся к поздним тюльпанам, это так называемые попугайные тюльпаны. Они действительно немножко похожи на перышки попугаев, потому что у них очень интересно загнуты края, и они, может быть, даже представляют какую-то такую интересную фантазийную форму. Они очень по цвету тоже бывают интересные. На одном лепестке бывает много разных колеров, там, начиная от красного, заканчивая желтым, зеленым и, может быть, даже фиолетовым. А теперь давайте мы с вами пройдем немножечко по нашей выставке. Я вам покажу некоторые сорта, которые здесь представлены. Простые ранние на нашей выставке вы можете увидеть, например, сорт Fleming Prize. Видите, бокал бледно-сиреневого цвета с такими более темными сиреневыми всполохами. Или сорт Спиноза, тоже он относится к простым ранним. Сейчас мы с вами подошли к группе махровые ранние. Посмотрите, какие они замечательные. Дело в том, что эти тюльпаны очень хорошо поддаются выгонке, поэтому они у нас представлены в достаточно большом количестве. Очень интересный сорт, посмотрите, дабл твист, вот такого кораллового цвета. Либретто дабл, совершенно с замечательными отблесками какого-то оранжево-желтого. Очень известный сорт кумулюс. Посмотрите, пожалуйста, как они у вас будут раскрываться в саду. Вот такой вот цветочек, который у нас стоит уже несколько дней, он раскрылся, и получается совершенно замечательный большой тюльпан. Очень интересный сорт тюльпана махрового раннего флешпоинт. Обратите внимание, пожалуйста, на его листья. Это является дополнительным украшением, потому что эти листики имеют очень интересную кайму белого цвета. Группа тюльпанов «Триумф» очень многочисленная. Она также достаточно хорошо поддается выгонке. Ну, вот обратите внимание, какие я вам могу показать сегодня сорта. Этот сорт «Династия» бледно-розовая с переходом в белый тон. Замечательный сорт желтого цвета «Стронг Голд». Очень интересный сорт «Принцесса Ирина». И заканчивается цветение в наших садах тюльпанами поздних сортов. Они могут быть представлены как тюльпанами с простой формой цветка, так и с махровой формой цветка. Это, как правило, срезочные тюльпаны очень длительного срока цветения, которые также очень хорошо стоят в вазах. Вот обратите, пожалуйста, внимание на несколько сортов. Вот этот очень интересного, теплого, бледно-желтого цвета сорт называется Клервота, или замечательный сорт с достаточно сложной гаммой розовых оттенков, сорт называется Авиньон. Это простые поздние тюльпаны. Также тюльпаны бывают махровые формы. К сожалению, эти тюльпаны достаточно долго иногда распускаются, особенно вот у нас на выставке, поскольку это выгонка, мы не всегда можем увидеть эти тюльпаны в полной красе, но мы бы тоже хотели вам их показать, потому что они достаточно интересно выглядят. Обратите внимание на Purple Pepion и сорт, который называется Питон. К поздним тюльпанам также относится очень интересная группа – тюльпаны бахромчатые. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот тюльпан. Они достаточно сложно подвергаются выгонке, поэтому не так много их у нас бывает на выставках. Например, сорт «Лабрадор». Он темно-бордового цвета. И обратите внимание, как по краю каждого лепестка, как будто маленькие иголочки, пронизан весь цветок. Получается очень интересное сочетание фактуры лепестка. Перед вами совершенно необычная группа попугайных тюльпанов. Посмотрите, пожалуйста, насколько они интересны в своей окрашке и форме бокала. Очень много всяких оттенков, начиная от зеленого, заканчивая темно-бордовым, золотистым, охристым. Также бывают белые сорта тюльпанов. Очень любят посетители разглядывать тюльпаны этой группы. И эти тюльпаны неизменно пользуются у нас большим успехом. Иногда тюльпаны прекрасны не только своими цветами,
но и листвой. Вот обратите внимание, пожалуйста, на эти два сорта. Посмотрите, что у этих сортов листья имеют различные интенсивности белые полосы. Вот сорт Люси окаймлен достаточно широкой белой полосой. К сожалению, у нас еще нет на этом сорте цветов, чуть позже они появятся, то есть пока только маленькие бутончики. Но поверьте, что это будет очень эффектно, когда вот эти вот розовые цветы будут возвышаться над такими бело-зелеными листьями. Также еще у нас есть, на нашей выставке представлен сон Queen of Bestseller. Здесь также имеется по краю листа тонкая белая кайма. Она будет также подчеркивать красоту цветка. Но, к сожалению, чуть позже мы это сможем увидеть. Дорогие садоводы, я приглашаю вас на нашу выставку, которая в Ботаническом саду проходит уже 5-й год. Я надеюсь, что на следующий год мы будем представлять еще большее количество интересных и современных новых сортов. А также хочу вам пожелать всяческих огородных подвигов, свершений, стремлений к новому, интересных сортов не только тюльпанов, но и других растений. Всего доброго, до свидания. И подписывайтесь на наш канал.